единственным источником власти является ее народ. И посредственно так и часть народа. Имени веры гагауз иеремин халкына изметитме инсан хем ватандаш хакларыны хем сербестлерыны Молдова республиканын конституциясыны гагауз иери темель канонныну хем башка ерли канонлары сайма хем корума намузлан бана верилен гагауз ери сорумлук юкүнү ташыма. От имени всех граждан Республики Молдова, которые находятся в стране или за рубежом, поздравить Ирину Федоровну с тем, что она была переизбрана на должность башка. Поздравляю всех гагаузов с этим великим днем. Я очень рад, что те начинания, которые и те хорошие дела, которые были за последние 4 года, будут продолжены. Я очень рад, что у Ирины Федоровны появился дополнительный шанс сделать жизнь гагаузов еще лучше. Я не раз говорил, что многие жители других регионов смотрят и завидуют на то, что происходит в Гагаузе. То у вас есть такой башка, потому что у вас есть такие результаты. Потому что здесь, на юге страны, идут реальные изменения к лучшему в течение последних 4 лет. Уважаемая Ирина Федоровна, 2019 год останется в истории Республики Молдова. Это год, когда мы празднуем 660 лет молдавской государственности. Это год, когда мы празднуем 75 лет освобождения Молдовы от фашистов. Это год, когда мы будем праздновать в будущем освобождение Молдовы от олигархической власти. И этот год вашей победы. Это год нашей общей победы. Я хочу отдельно поприветствовать и сказать, что это впервые в Гагаузии, когда на инаугурации участвует и президент, и спикер, и премьер-министр Республики Молдова. Я хочу сказать большое спасибо спикеру, премьеру, депутатам из парламентского большинства, которые здесь присутствуют и которые еще работают в Кишиневе, за их храбрость. За то, что мы все вместе в начале июня приняли решение дать этой стране новый шанс. Новый этап развития, который уже чувствует большинство граждан Республики Молдова. И я уверен, что и здесь, в Гагаузии, тоже чувствуют. Ирина Федоровна, вы можете быть уверены, что с нашей стороны, со стороны руководства, будет полная поддержка. Мы знаем, что от нас ждут жители Гагаузии. И мы будем делать все возможное, чтобы поменять и законы, которые нужно принять в парламенте Республики Молдова. И примем решение насчет того, чтобы по тем должностям, которые здесь назначаются с центра, была согласованная позиция исполкома и властей Гагаузии. Уважаемая Зинаида Петровна, спикер парламента, уважаемая Майя Санду, премьер Республики Молдова, жители автономии гагаузы очень трудолюбивый народ. Им нужно и можно доверять. Поверьте, мне, как человеку, который 10 лет
минимум 10 лет прошел все села, все населенные пункты автономии. Им можно и нужно доверять, и тогда будет тот же ответ со стороны гагаузов. Я уверен, что все у нас вместе получится. С спикером, с премьером и с Башканом, и с таким народом. И я уверен, что несмотря на все трудности, несмотря на наших противников, кстати, оппонентов, вы тоже граждане Республики Молдова, так же, как и все. Мы все граждане Республики Молдова. И другой родины у нас нет и не будет. Давайте вместе объединим условия для того, чтобы сделать жизнь лучше здесь дома. Чтобы каждый человек чувствовал себя свободно. Чтобы была процветающая страна. Чтобы мы не искали врагов ни внутри, ни внешне. Чтобы мы дружили и с Европой, и с Российской Федерацией, и с Турцией, и с Соединенными Штатами, со всеми странами. Нам нечего делить. Мы должны объединиться для того, чтобы поменять жизнь к лучшему. И я уверен, что у нас это получится. И я уверен, что у Гагаузии есть будущее вместе с Республикой Молдова.